Парк металлургов словно после бомбежки. Горы песка и выкорчеванные корни деревьев. Со своего постамента за благоустройством парка наблюдает целеустремленный вождь мирового пролетариата Владимир Ленин. Пока взору предстает унылая картина. Но в скором времени здесь все изменится в лучшую сторону, обещают строители. На территории парка, которая составляет порядка 5 гектаров, начались работы по озеленению территории. Это, конечно, создает множество неудобств отдыхающим, но местные жители готовы терпеть временный дискомфорт во благо грядущих улучшений. Парки, смотрите, все оформленные, да, в городе. А на что? Парк тоже нужно, чтобы что-то для детей было, чтобы можно, возможность была прийти с ними позаниматься, да? Оно радует и душу, и глаз. Строители планируют подавать воду для зеленых насаждений из парковой скважины, что должно сказаться на качестве полива. А воды в парк требуется много, ведь здесь произрастает более 1200 деревьев. К тому же в скором времени должен появиться и газон. Сейчас мы насчитали 150 больших деревьев и 50 молодых. Старые корни срубленных деревьев мы убираем, а на место будут высажены еще сотни молодых деревьев различных сортов. Кроме того, планируем высадить на всей территории парка еще и газон. Для этого мы уже приготовили место для проведения поливной инфраструктуры. По-моему, будет очень красиво. Предусмотрены и удобства для горожан. Теперь гуляющим не надо будет бегать по территории парка в поисках отхожего места. Предусмотрена работа туалета. А все работы по благоустройству строители планируют завершить до начала холодов. Бахром Абдуллаев, Константин Исупов, Камила Сайфуллина, информационная служба телекомпании «Отрар».